Довольны ли вы результатом игры? Значит, по игре вы видели, да, что первый тайм мы доминировали. Ну, я просто ВР знаю, их тренера, это у них такая тактика. Они прикидываются слабыми, все, потом во втором тайме. И противник уже, кажется, я ребятам это говорю. Во втором тайме они делают замену, усиливаются, добавляют. Так и с Ковалевкой было, когда они после первого проигрывали, во втором сравняли. Ну, правда, там тоже был пенальти, и не удалось удержать. Не могли еще выиграть. Они тоже в большинстве играли, было удаление. Ну, где-то по похожему сценарию, то есть их очень опытный тренер Владимир Мазер, Владимир Иванович. Я бы сказал, что этот тренер, наверное, должен войти в книгу рекордов Гиннесса, потому что тренер, который за год вывел со второй первой, следующий сезон вывел с первой высшую, и следующий сезон команда была в Еврокубках, когда он ушел или его ушли, я не знаю как. Когда он покинул, скажем так, пост тренера Днепродзержинской стали. И сейчас он с этой командой, извините, они проиграли только Ковалевке 3-2, а остальные 6 игр, если я не ошибаюсь, подряд они выиграли. Когда Мазер принял команду, проиграли только Ковалевке лидеру и чемпиону второй лиги. И то, что мы и тоже проиграли на поле Ковалевки. То, что мы сегодня сыграли с ними в ничью 1-1, это в принципе, это вторая команда, это уже перволиговая команда, это в принципе вроде бы неплохо. Я вам скажу честно, мы сегодня настраивались только на победу. И в первом тайме мы пытались эту победу вырвать, мы, ну, видите, второй тайм все перевернуло неожиданное удаление. Ну, наш игрок очень безответственно подошел к этому эпизоду, удаление пенальти. Опять же, это было не критично, вратарь пенальти отбил, но потом, опять же, вратарь там совершил ошибку. Что сделаешь? Молодой вратарь, кстати, поздравляем его с дебютом вратаря. Он мог отстоять, конечно, на ноль, молодец. У нас обычно дебютанты на ноль. Ну, взял пенальти, молодец. То есть мы довольны все равно, несмотря на ошибку, мы довольны игрой молодого вратаря Гергиц. Я же говорю, если бы мне до начала игры сказали, что счет будет 1-1, я сказал, я не буду доволен этим счетом. Но по игре, вы же видели, мы десятером были. Практически почти весь второй тайм. И мы собрались, делали замены перестановки. И в концовке, в принципе, ну, пенальти же тоже надо заработать. Не на ровном месте. Мы давили, мы создавали моменты. Они там чуть свои ворота не забили. Ну, в итоге сравняли счет и добились результата. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к сегодняшнему матчу, как готовились к нему? И готовились в обычном цикле, недельный цикл, как обычные игры чемпионата. Последняя игра, хотелось порадовать болельщиков, но я думаю, ключевой момент стал пенальти, красная карточка, так бы мы дожали соперника, потому что мы доминировали. А в целом результатом довольны? Нет, недовольны, мы хотели однозначно победить, это последняя игра чемпионата дома, и хотелось однозначно победить. Ничья нас не устраивала.